19 октября. Такая получается хроника отпуска. Только что пришли с завтрака. Сейчас где-то, наверное, 8:30 утра. Солнце уже светит вовсю. Уже чувствуется жара. Градусов 28, наверное, примерно. По ощущениям. Сегодня утром видел. Я встал в 6 часов утра. Еще темно было. Я видел, как вон там, с той стороны вот этого бассейна, там человек какой-то ходил, снимал пробу воды, набирал воду и что-то там делал, замерял. Наверное, на бактерии или еще что-то такое. Потом пришел другой человек еще со шлангом каким-то, подсоединил, еще туда воду запускал. В общем, здесь постоянно работают, они вечно в обслуживании. Это очень хорошо, это мне очень нравится. Вот такой вот вид у нас с балкона, с нашего нового номера. Хорошо. Солнце жарит прям. Уже не верится, что октябрь месяц. 19 октября. Хорошо. Лепота.